Всем привет! Сегодня мы с Марком решили поиграть в интересную игру в Роблоксе. Аниме Find Race. Аниме Find Race? Да. Ладно. Сад и пап. И какие-то сад самураи. И пап, какая сила у меня. Какая? Вот. Обалдеть. Так, ну у меня тоже сила неплохая. Ну что? Что тут надо делать? Рассказывай. Давай. Рассказывай. Так, ладно. Куда бежать? Где тут? Куда? Пап, вот, посмотри. Все, я бегу. Наверное, сюда. Я что не бежу? Не бегу. Что надо делать-то? Ничего не могу понять. Что не бегу? Я тебя обгоняю. Так я не бегу, я ничего не мог понять. Что тут надо делать? Смотри, папа. Мне не бежит. Что надо делать? Смотри, папа. Что за глюк? Или это только у меня глюк? Так. Запусти игру, пап. Так, попробуем. Папа, запускай игру. Сад и пап. Да. Я до финиша добавился. Супер. Так. Всё, ты появился. Пап, смотри, какая у меня есть сила. 9П. Да, вижу. Посмотри, какие питомцы у меня. Ага. Ты офигел? Очень. Посмотри, твои питомцы. А, ты уже начал? Начал, да. Клик. Не надо кликать, твои питомцы уже сильные. Пап. Они сами кликают? Да. А надо держать, чтобы бежать, или он сам будет бежать? Можно вот здесь настроить, чтобы авто бежал. Вот, так, авто беги. Ух ты, и авто... Что-то еще вот авто, не знаю, что. Автокники. А, это автокники. Но он не бесплатный, пап. Так, где я? Ух ты, я хорошо бегу. Я хорошо бегу еще. Смотри, пап, да. В каком я мире. Удар. Ух ты. Кникай. Надо кликать тут. Да. Смотри, пап. Как да. Я, ничего. Начинаю, пап, гонку. Смотри на меня. Ух ты. Ты смотри сверху меня. Я сверху смотрю на тебя. Там ты видел значок боксерской перчатки? Да. Это в мире, пап. А, это значит... Алиса, что означает? Ниндзя. Ниндзя, пап. Давайте, мы сейчас порвём. Я порву всех с моими питомцами, пап. Есть питомцы. А теперь... Крутые. Да. Питомцы крутые, конечно. Так. Куда скинуть? А где ты? Я не вижу перчатки. А ты уже новый круг? Нет, уже... это а не новый круг, я... Ага. А с того круга. Это просто питомцы такие сильные. Так, я уже на каком-то... Надо мне питомцы новые. А как открывать миры? Когда ты проходишь полностью вот эту карту, пап. А, открывается новый, да? Да. А как узнать, сколько я прошел? Вот до сюда, до десятки? Если ты доходишь до черепа вот этого, пап. Ага.
что ты выигрываешь, пап? Всю гонку, пап. А где череп? А, все, вижу. На десятке. Да. Так, у него жизнь не убавляется. Что-то время застыло. Что это опять такое, я понимаю? Это еще какой-то глюк. Глюки какие-то. Что-то с этой игрой сегодня глюки. По крайней мере у меня. Не знаю, как у других. У меня нету глюков. Смотри, пап. Да нет, есть у меня. У меня время не застывает. Marketplace самый крутой. Да. Самый крутой выбор. Почему не показывает, сколько времени осталось? Потому что ты слишком быстро обходишь. Ты обходишься с вами не секунду. Тогда время не успевает, пап. Вон за мной чувак бежит так же быстро, как тебя перегоняет меня. Потому что он хуже, чем ты. Как хуже? Если он перегоняет меня, значит лучше? Ну, я не хочу это говорить. Что лучше, ты лучше. Я стараюсь, но он тоже, легко добежал до девяточки. На десяточке затормозил чуть-чуть. Я на десятке, пап. Я до десятки на ниндзя за мини-секунду, пап. Ниндзя? Так, все, я начинаю крыть. Это после леса идет вот этот город туда? Или как? Город туда? Нет. Это он какой по счету? Это не второй, пап. Ага. Какой по счету? Сейчас я посмотрю, когда закончил гонку. У меня уже 170-й уровень, пап. Да. Все, все. Смотри, пап. Второй уровень демон. Демон? Кусок, дракон. Ты сколько ты уровней? Титан удар. Сколько ты уровней прошел? Ты круто. Смотри, пап. Вот это самый первый. Ниндзя. Да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 миров, пап. Кто-то хотел с тобой там... 17 миров здесь, пап. Угу. Торговаться тут можно? Да. Но когда ты дойдешь до 40 уровня, пап. До 40 уровня. Да. Вот ты пока на 37. О, новый питомец, пап. Смотри, пап. Ага. Новый питомец такой же. Экипирую его. И теперь у меня мегакомплект. Так, ну что, я смогу или не смогу? 20 секунд дают для того, чтобы победить супергероя последнего. Не знаю, получится ли у меня. Супергероя последнего? Супергероя, ниндзя, нинджагу, джага-джагу, ниндзя, порпаку. Пап, смотри на меня. Вот, да? Да, смотри. Где-то вот общаться, не вижу тебя. Я стал чуть-чуть. Как мне его пройти? Я вообще пройду того. Последний. За 20 секунд я его чуть пройду.
Нет, я телепортировался в другой мир. Какой еще мир? Вот, посмотри, пап, я сюда телепортировался. В Титан. Так, ну что, 7-6, я не успею, Марк. Если быстро нажимать, получится быстрее? Интересно, мне это 1 секунда. Последняя. Какой у тебя уровень? 37-й. А у меня 171-й, пап. Да. Так. Всем, кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока!